Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сейчас у нас будет обзор второго каталога, второго заказа из 16-го каталога компании Oriflame. Это предновогодний каталог, поэтому в нем всегда очень много классных предложений и выгодно делать покупки. Посмотрим, что у нас получилось. Заказ на 92 балла, пока 92, будет еще. И что же я заказала? Мисс Джордани Intense, два набора, пока не вижу продолжения, но оно точно будет. Заказ только получили, поэтому даже не разбирала. Здесь из новой серии крем для рук и пена для ванн. Обратите внимание, пена для ванн 300 мл. Я хочу подегустировать. Я всегда очень люблю новые кремы, я заказала это все себе, поэтому смело мажем. Крем белого цвета, жиденький такой, то есть вот я каплю нанесла, ну капля не падает, но я вижу, что она прям от тепла, он будет скользить. Если бы кожа была погорячее, то он бы у меня скользнул. Вкусный аромат, прям вкусненький такой, новогодний, не резкий. Вот у нас в прошлом году был пряность, как это, пряный цитрус, по-моему, как, пряный мандарин, может быть, такой оранжевый. Вот он очень сильно пах, то есть там прям такой аромат сильный. У этого нежный, прикольный. Мне подходит такой аромат, я люблю. Так, эти пока отставила, съемочки попозже их рассмотрим. И серия Giordani Gold, тональная основа, антивозрастная, слоновая кость. Сейчас у нее очень выгодное предложение, классная цена. Это под заказ для моей подруги. Так, дальше. Два средства, а это сушка для ногтей, взяла себе в запас. Ну, если будут желающие, конечно, продам, потому что я в прошлом заказе тоже взяла. И средство для укрепления и роста ногтей, ну, такое голубенькое, классное средство. Прям обращаю ваше внимание, 32038. Это действительно хорошее рабочее средство. Если у вас ногти слоятся, там, трескаются или какие-то проблемы, он действительно хорошо помогает. Так, дальше. Со скидкой 50% взяла очередного своего любимчика. Это крем для глаз Экологен из серии Novage. Просто жить не могу без этого средства. И он действительно работает, хорошо справляется со своей задачей. Я им довольна, никаких нареканий. Далее, краска для волос. Ну, вы же видели, какие цены на краску. Поэтому у меня в заказе вот как минимум уже 3. И я закажу еще их побольше. Потому что это чудесная красочка, которой я пользуюсь уже много-много лет. Она хорошо прокрашивает седину, волосы после нее такие блестящие, живые. Она содержит омегу-3 и масло льна. Волос увлажняется и как будто вот напитывается. Может быть, это лично мое такое впечатление, потому что у каждого свои волосы. У каждого своя реакция на разные средства. Кому-то запах один нравится, кому-то не нравится. Кому-то цвет нравится, кому-то не нравится. Мне эта краска очень нравится, потому что она мне подходит по всем параметрам. У меня она не сжигает волосы, не чешется от нее голова. А после нее у меня такое чувство, что у меня волосы как будто запечатали, а они даже не выпадают. Я мою голову, а там буквально 3 волосинки. Еще мне очень нравится масочка, которая в ней. То есть вот эта краска, масочка, все вместе дает такой эффект, долгий эффект. У меня на целую неделю как будто я волосы разутюжила, выгладила. Даже после нескольких помывок головы все равно сохраняется этот эффект. Мне все нравится этой краски, поэтому я ее всегда беру много, когда она особенно со скидкой. Я себя не ограничиваю. Масло чайного дерева. Ой... В этом каталоге на него тоже классная цена, поэтому масел у меня будет еще в заказе много, но пока беру так. Так, мыльца, эссенция, бузина и бергамот. Я уже продегустировала эту серию, мне она очень понравилась. Взяла вот еще один набор. И здесь у нас остается целая коробка каталогов, не буду их доставать. И есть еще одна маленькая коробочка. Даже еще не знаю, что в коробках. Только вот все получила. Так. Так, а здесь вот, как раз здесь продолжение. Давайте продолжим. Это весь набор эссенса.
Смотрите, какая выгодная покупка. Три продукта за 499 рублей. Кусочек мыла. Красивое, классное, вкусное мыло. Гель для рук и тела. Да, мыло для рук и тела. С маслами. Густое, которое хватает, не знаю, насколько. И лосьон для тела. Самого лучшего качества. Для меня вот вся серия Senza, я ее воспринимаю как самую такую дорогую, представительную серию. Мне очень нравится, когда это все в ванной стоит. Оно так красиво выглядит, долго выглядит красиво. У нас даже один флакончик, мы его когда первый использовали, отмыло, мы стали наливать в него гели для собачки. То есть мы собачку купаем тоже с шампунями Oriflame или гелями для душа. Я наливаю в этот флакончик, потому что очень удобно то, что с дозатором. И уже пользуемся несколько лет этим флаконом. Он как новенький, то есть у него тут не обтирается. То есть он, ну, его помыть, потому что брызги от душа, ну, все равно какие-то следы остают. И он всегда такой. И очень качественный дозатор. То есть он не ломается, сколько нужно, служит. Поэтому я довольна этой серией более даже чем. Так, вот так отставим, чтобы красиво у нас с вами композиция получалась. Что входит в набор Miss Giordani Intense? Это крем для душа ароматизированный и лосьон для тела. Тоже я себе набор уже открыла, все подегустировала. Мне очень нравится. Нравится какой-то аромат. Я в восторге от самого парфюма этого Miss Giordani. Такой хороший состав. Он мне подходит, потому что он такой вот энергичный, фруктовый, персик, да, там ваниль, то есть он в то же время и женственный, очень нежный, и вот эти фруктовые нотки, они дают такого вот приятного на вкус, да, вот такой вот аж прям хочется съесть, вот настолько вкусно. Так, мыльца из этой же серии, но мыло я уже одно такое, кстати, взяла, это распечатывать не буду. Тоник чайным деревом тоже актуальный, часто его спрашивают, думаю, возьму, пусть будет. То есть это пока не под заказ, а пока на склад пойдет. И та-дам! Раз, два, ой, помялся флакончик, так мы его выпрямим. Раз, два, три. Три кондиционера для волос, это моя любимая, в общем-то, серия. Это восстанавливающий кондиционер. Мне он нравится тем, что работает он как масочка, то есть волосы классно все вот наполняются, напитываются, потому что волосы длинные, естественно, концы очень сухие, но они не выглядят сухими, если вы посмотрите, то они нормально выглядят, да, такие хорошие волосы, блестящие, ничего не спутывается. Я довольна, беру все время этот кондиционер, а тем более, когда такие большие скидки, то, ну, грех не взять побольше. Все, в этой коробке тоже все кончилось. Вот, такой у нас обзорчик получился. Заказ небольшой, но, в общем-то, такое все нужное, все классное. Так вам расставлю, чтобы было видно, что для волос, то для волос. И если вы заметили, то на мне бижутерия новая, Норскин. Я в восторге от сережечек, от ожерелья. Просто такое удовольствие получаю эстетическое, когда смотрю на свое отражение в зеркале. И мне просто приятно, то, что в Oriflame появилась такая классная продукция. И я, кстати, себе хочу взять еще один наборчик поближе к Новому году. Интересно, угадаете, какой? Пишите в комментариях свои догадки. Вот. Спасибо за внимание. Всех вам благ, темных, классных покупочек. Успевайте все купить, пока все не разобрали такие активисты, как я. И до новых встреч в наших роликах. Ставьте лайк, подписывайтесь. Помните про колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео. И до встречи. Пока-пока. Кстати, совсем забыла рассказать о помаде, которая у меня сейчас на губах. Я думаю, многие из вас уже догадались, что это новинка из серии Giordani Gold. Икона стиля. Она у нас в каталоге, как раз всего 5 оттенков сногсшибательных. Я себе заказала верхние 3 оттенка, и сейчас на мне помада «Рубиновое мерцание». Ее код 35396. В ее состав входит омолаживающее органовое масло, кремовая текстура, насыщенный матовый оттенок, мерцающие микрочастички и пигмент, которые создают эффект металлик. По моим ощущениям, помада легкая, она
хорошо лежит, то есть не растекается, и при этом губы мягкие остаются. Я больше всего переживала вот это слово «металлик», у меня ассоциировалось с какой-то сухостью, скованностью. И все переживания развеялись, потому что она очень хорошо лежит, губы такие же остались пухленькие, как я говорю, распущенные, потому что очень неприятно, когда губы скукоживаются. Поэтому я помадой довольна на 100%, рекомендую вам тоже попробовать эти просто классные цвета. Все красивые, но я взяла себе 3 верхние. Вот, теперь, пожалуй, точно все. До новых встреч, благодарю вас за внимание. И пишите в комментариях, мне очень интересно, что вы думаете о продукции, что вам нравится, что не нравится. Задавайте вопросы. Может быть, у вас есть какие-то сомнения или переживания насчет каких-то продуктов. Не стесняйтесь, я с вами всегда с удовольствием общаюсь. До новых встреч!